Без крепкого тыла победы не бывает. Владислав Мутузас, командир мотострелкового полка, где служат наши земляки, встретился с руководителями волонтерских групп «Чувашии». На встрече также присутствовали представители администрации главы республики, ГКЧС «Чувашии» и военного комиссариата. Обсуждали координацию действий по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО. Как отметил Владислав Мутузас, Чувашская республика оказывает колоссальную поддержку бойцам. Однако особенно важно любые отправки организовывать централизованно. И сообща, это обеспечит безопасность не только волонтеров, но и самих получателей гуманитарных грузов. Любая помощь, любая поддержка, она очень важна и очень нужна. Но самое главное, чтобы это все было централизовано для того, чтобы обеспечить и безопасность этих караванов, которые приходят. Потому что это тоже немаловажный вопрос. Это все-таки зона боевых действий. Сегодня там спокойно, завтра вышел караван, а там начались какие-то активные, может быть, какие-то действия.